Обычный потолок в комнате. Простые коробочки над шкафом, вдоль ригеля, над окном и по кругу так. Просто в разных уровнях. Вот такие вот. Сначала ставим отметки и отбиваем по ним линии. Вся разметка сделана. И теперь можно по этим синим линиям прикручивать профиля. Направляющие профиля присверлены по линиям. Вот это и есть периметр. Теперь, конечно, можно заморочиться и сделать каркас на все сразу. Но есть способ полегче и побыстрее. Для упрощения процесса нужно просто закрутить полоску с гипсокартона и отбить по ней две линии. Одна для профиля изнутри и одна для шурупов снаружи. Вот так. Потом изнутри нужно закрутить перемычки, которые свяжут верх с низом. По синей линии нужно закрутить направляющий профиль, срезать снизу все, что торчит, сточить, и у вас получится ровный бортик, без всякого длительного выравнивания по уровню. Должно получиться вот так. Все бортики готовы. Можно ставить перемычки снизу по кругу. В этом месте можно сразу выравнивать бортики под рулетку, чтобы было одинаковое расстояние. А от стены под вертикаль ставится внешний бортик. Когда все готово и выровнено, то можно зашивать полоски гипсокартона снизу.